Начну с череды трагических ситуаций, которые случились в городе за последние сутки. Сегодня стало известно, что ранним утром в одной из ноябрьских квартир в ванной было обнаружено тело 17-летнего жителя города. Его нашли родители. Следователи установили, что поздним вечером молодой человек отправился принимать ванну. Родители уже легли спать, а когда проснулись утром, услышали шум воды. Они кинулись в ванную комнату. Спасать сына было уже поздно. И вот последние данные следователей. Как стало известно буквально только что, в ходе судебно-медицинского исследования трупа молодого человека были обнаружены признаки, свидетельствующие о том, что незадолго до смерти он употреблял путем курения какие-то химические вещества, которые, возможно, и послужили причиной его смерти. Так это или нет, нужно будет достоверно судить только по окончанию судебно-медицинской экспертизы.